8-летней девочке во время занятий в бассейне оторвало палец. Об этом новостям ТВК рассказал отец малышки. По его словам, в субботу он отвел дочь в секцию в бассейн «Энергия», но уже через 30 минут позвонил тренер, который сказал, что Ульяна получила перелом. Мужчина приехал в бассейн и увидел окровавленную руку дочери, на которой буквально болтался палец на одном кусочке кожи. Девочку тут же доставили в больницу, сделали снимок, на котором заметно, что кость на мизинце левой руки сломана и находится на небольшом расстоянии. Который он развернут на 180 градусов. Вот прям вот, видите, вот кость. Ну и, соответственно, сразу девочку отвезли в 20-ю больницу. Потом в дальнейшем я стал выяснять, как это все произошло с тренером. И оказалось, что при отработке так называемого сальто ребенок просто хотел, наверное, от дна бассейна оттолкнуться, а там была не прикручена крышка трубы, подающей воду в бассейн. Операция по приживлению пальца длилась почти 3 часа. Будет ли функционировать палец, неизвестно. Сейчас Ульяна постоянно плачет и не дает трогать руку. Отец винит во всем администрацию бассейна «Энергия» за халатность. По его словам, на связь дирекция бассейна не выходит и даже не пытается извиниться. Теперь мужчина хочет наказать виновных. Он написал заявление в полицию. За комментарием мы сегодня обратились к руководству бассейна, и директор уверяет, что они проведут проверку. Однако на месте, где буквально в субботу произошло ЧП, все еще идут занятия. Пока показаний для закрытия бассейна нет. Девочка вылезла со словами «я поранилась» из воды. Сразу же ее отвел тренер в медпункт наш. Поэтому до конца понять, что там конкретно произошло, мы не знаем. Ну, после проведения всех, я думаю, проверок и под контролем правоохранительных органов, мы будем понимать, что на самом деле произошло. Ситуацией уже заинтересовался Следственный комитет Красноярского края. Сейчас ведомство проводит проверку.